концу 2023 год. Для каждого он запомнится чем-то особенным. Для предпринимателей Ульяновской области и страны в целом этот год был нелегким, но продуктивным. Многим удалось найти и занять ниши, которые освободились в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, укрепить и расширить свое дело, выйти на новый качественный уровень развития. В этом процессе, конечно, большую роль сыграла поддержка государства. Продолжает снижаться административная нагрузка на бизнес. Активно идет цифровизация процессов и упрощение процедур, связанных с ведением предпринимательской деятельности. Действуют различные финансовые инструменты и льготы. Это хорошее время для того, чтобы развиваться. В этом году в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей мы продолжали много работать, чтобы власти и бизнес слышали и понимали друг друга. Путем переговоров или отстаивая интересы в суде, мы решили множество проблемных вопросов, с которыми к нам обращались предприниматели. Отмечу, что в этом году задолженность органов государственной власти перед бизнесом достигла исторического минимума. Введен мораторий на применение результатов новой кадастровой оценки. Удалось отменить законодательную норму, которая могла стать причиной закрытия значительного числа розничных магазинов. Мы добились справедливого решения по расчету арендной платы на земельные участки для стационарных и нестационарных точек и сохранили важный для жителей городской маршрут общественного транспорта. И это только небольшая часть наших побед, которые важны не только для предпринимателей, но и просто для ульяновцев. С нашей слаженной командой регионального отделения «Деловая Россия» мы сформировали не одно предложение для того, чтобы деловой климат в регионе стал еще комфортнее. Уважаемые предприниматели Ульяновской области, жители региона, я поздравляю вас с наступающим 2024 годом и желаю в новом году еще больше побед. Пусть каждый из нас в новом, следующем году возьмет с собой приятные и светлые воспоминания, уверенность в своих силах и большие планы на будущее. С Новым годом!